нельзя. Нас пропускают. Видите, какие трактора катаются, обрабатывают. То есть он разлаживается полностью, свои крылья, да, вот так вот. И вперед. Конечно, камера, может быть, и не передает тот запах, но я вам скажу так. Реально это органика. Органика, только она, может, как-то чем-то да разбавляется. Но запах такой, если еще по ветреной стороны едешь, так, вы знаете, так туговато, как бы. Стараясь окна как бы позакрывать бы все такое. Ну и к чему? То есть без всяких, то есть натуральным именно удобряют, навозом, да. Может, с чем-то еще разбавляет, конечно, как-то вот. Ну, просто поле, то есть вот так вот. Я далеко от этих сельскохозяйственных дел вообще-то, то есть я с землей вообще как бы, ну, раньше помогал там маме там картошку садить, там выкапывать ее, все такое. Ну, сейчас, конечно, у меня нет возможности этой, как и во многих, скажу так. Ну, кто на земле, да, живет здесь, фермеры эти, да, они этим живут, они этим зарабатывают. Кто-то же в городе живет, ну, работает на производстве каком-то. Так, очередное селишко. Видите, какого, в каком состоянии. И тут же заправочка. Видите, барышня, ей уже лет, наверное, 55, наверное, где-то так. Сама заправляется. Никто не ждут, пока кто-то с заправки выйдет и пистолет ставит, заправит и все. То есть обслуживание здесь только само, самоличное. Мазанка какая-то, адки. Да, весна классно, красиво, ярко, зелено. Повторюсь же, мы, если вы увидите название этого населенного пункта и наберете в гугле, то вы увидите, что здесь по прямой, может быть, так, ну так я образно говорю, здесь недалеко будет Чехия. Ну а так, территориально это Германия. Так, слева какая-то фирма, какое-то производство. Так вот. И смотрите, какие поля вообще, как яичко. Не хочет на горку выбирать машинка. Там вот 3-5 домиков, потом дальше по улице опять несколько там домиков. Здесь вот, я так понимаю, один хозяин, скорее всего. Фермер, да, и вот у него, возможно, какие-то рабочие, возможно, как семейная, вот именно дальше династия помогает. Узко. Я уже и на край проезжей части зарулил даже. Готовьтесь к главному повороту через 800 метров. Да, классно. Природа. Дорога, видите, как все четенько. Ну,
чуть-чуть бы шире, конечно, вообще было бы идеально. Ну, а в принципе так хватает. Здесь не такая уж многолюдная такая трасса, чтобы типа хайвея какого-то. На следующем повороте поверните направо. А вот то ли на продажу он в таких вот сетках, бэгах. Этот самый дровишки колотый уже. Проедьте 2,8 километра. Так, здесь узенько, будем проезжать аккуратненько. Вот гаражик открытый прямо. Что в нем? А в нем ничего, просто машина и все. А теперь вспомните наши гаражи, да? А там все. Вот и разница. А здесь рыбка. Возможно. Для себя, может, запустили рыбку. Ну вот, как-то так. Ох, какой перепад такой, взгляните, как класс, да? Мне нравится, когда вот именно вот погода вообще, в принципе, классная, то есть сухая, ясная, ну и тепло, пускай будет так нормально. Но если это гололед, это зима, это скользко, это здесь, я бы не хотел бы. Газ, тормоз, газ, тормоз, хух, не заехал, не поднялся на горочку. А там спускаешься, там тебя сносит. Короче, как-то вот, ох, как-то. Все-таки я больше приверженец там, где равнина. Равнина — это моя стихия. Возможно, и ваши тоже. Так вот. Ну, прикольно, прикольно ехать, почувствовать себя Шумахером, как бы, да, в кавычках. Но это при условии, что ты без груза, то есть, куда тебе легко. Езжай, езжай, езжай. И смотрите, обратите внимание, да, то есть крыши все красненькие, ну практически, да, там темненькие такие. И многие вот поставили себе солнечные панели. То есть люди вкладываются в это, чтобы иметь какую-то альтернативную источник энергии. Выгодно даже, то есть, возможно, какой-то кредит. Я не знаю, конечно, какая там у них программа насчет этого. То есть взять кредит под небольшой процент и с рассрочкой там на 10-15 лет. Вот. Время 14:05, четенько, часики работают.
вот как-то так, друзья. И опять следующий такой перевал. Заскочили. Ладно, друзья, едем дальше. И вот следующая панорама опять. Как все ровненько, красиво. Душа радуется просто. Глазу приятно. Эгелмайск, да. Так, нам налево чуть-чуть. Вроде по главной едем. Вы превышаете допустимую скорость. Ну вот впереди будет такое селишко чуть-чуть поболее. Ремонты эти позачеркали объезды. Видите, латки, но они их позаклеивали. Так, чуть-чуть шатает, но я бы не сказал, что это критично вообще. Опять же трактора слева, он один, второй там. Все в полях, в работе. Ух
открытые, здесь даже парковочка есть. Ничего себе. А ну глянем, какая. Ну, один, второй, третий. Ну, где-то машинки 4 может стать. Но опять же на край, именно что правое колесо там на грунт выходило. Но это если пустым. Вооруженным на грунт, конечно, я бы не советовал заезжать. Так, панорамы, панорамы. Видите, как у нас получается, видно все красиво. Едем дальше.